В Армении проведут мобилизацию, готовятся к потрясениям в Карабахе. Газета «Грапарак» пишет, что правительство намерено с 20 марта провести мобилизацию в течение 3 месяцев. На днях на общественное обсуждение был представлен проект закона об объявлении учебно-тренировочных сборов, согласно которому предлагается мобилизировать 374 граждана, 233 из которых рядовой состав, 44 младший офицерский, 97 резервисты офицерского состава. С чем связана такая длительная мобилизация? Как утверждают специалисты сферы, максимальный срок мобилизации – 1 месяц. Согласно официальному разъяснению, в последние годы вооруженные силы Армении пополнились новым вооружением и военной техникой, в связи с чем необходимо повышение качества профессиональной подготовки резервистов, обучение для получения навыка владения оружием. Как сообщил источник издания, это обусловлено ожидающимися 31 марта нелегитимными выборами в оккупированном Нагорном Карабахе и 5 апреля конституционным референдумом в Армении. Армяне укрепляют оборонную систему, потому что готовятся к возможным потрясениям. Дорогие друзья и патриоты Азербайджана, не забывайте ставить лайк видеоролику и подписываемся на канал. Всем удачи и хорошего настроения!